Уважаемые жители, дома управляющая компания Ленинского района проводит санитарную обработку подъездов вашего дома. Под опекой этой районной домоуправляющей компании больше 2000 подъездов многоквартирных домов. По предписаниям Роспотребнадзора и Госжилинспекции противовирусная обработка должна проводиться минимум 2 раза в день. Обрабатывают все – панель домофона, дверные ручки, перила, кнопки лифта, стены, полы и почтовые ящики. Сотрудники, как и положено, одеты в костюмы защиты, носят специальные защитные маски. На сегодняшний момент, понимая серьезность данного процесса и понимая, что мы должны обеспечить максимально комфорт проживания наших жителей, мы этих людей дополнительно пригласили для выполнения работ, дополнительно сформировали из существующего штата людей, укомплектовали в эту деятельность. Но при этом я хочу заметить, как руководитель управляющей компании, что в квитанциях жителей это никак не отразится, и повышений никаких не будет. На одну из таких обработок приехали представители Госжилинспекции по Нижегородской области, чтобы посмотреть за соблюдением рекомендаций. Они рассказали, как именно должна проводиться обработка и чем она отличается в высотках и домах без лифтов. Если в доме присутствует лифт, в первую очередь обрабатывается лифтовое оборудование. Кнопки, панели, дверки и так далее. Если лифтовое оборудование отсутствует, обрабатывается каждая личная клетка этажа. По вопросам обработки подъездов вы можете обращаться в домоуправляющую компанию вашего района либо напрямую в ГЖИ на горячую линию по телефону 430-79-19. Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил Государственной жилищной инспекции усилить контроль за деятельностью управляющих компаний, качеством предоставления коммунальных услуг, своевременностью реагирования на обращения граждан. Артемий Катков и Виталий Кудрявцев. Время новостей.